В мирской жизни Светлана Сухарева преподает анатомию в Тольяттинском колледже. Но педагогика признается не все, чего просит ее душа. Уже несколько лет Светлана – старшая сестра милосердия Свято-Ельсоветинского сестринства при храме. Помогает лежачим пациентам городской больницы. Сегодня в числе других сестер Приволжского федерального округа приехала в Самару, чтобы пройти практикум по уходу за паллиативными больными. У нас 4 сестры милосердия вместе со мной. И нам очень ценно, что преподают и преподносят знания те, кто уже более 30 лет в сестринском уходе. Мы имеем возможность не только пообщаться, не только познакомиться, какие на сегодняшний день сестричества, кто работает в целом в Приволжском округе. Мы можем обменяться своими знаниями, мы можем показать, что уже мы умеем делать, но и получить профессиональную консультацию. Обучение для будущих сестер милосердия началось год назад. На первый поток записались 25 учениц из разных городов России. Теорию проходили онлайн. Теперь настало время практики. С участием московских преподавателей она идет в Самарской обители милосердия. Мы их обучаем правилам, навыкам и технике ухода за больными пациентами, за тяжело больными. Рассказываем, как правильно пользоваться своей биомеханикой, своего тела, как правильно двигать пациента, как провести гигиену. Наименьшее, естественно, повреждение и травматизация происходит, если правильно ухаживать за человеком. На почти недельный интенсив приехала и Анастасия Никифорова из Ульяновска. Знания по уходу за лежачими больными ей нужны, чтобы помогать семьям с хосписными детьми. Рассказывает, в такой помощи нуждаются почти 200 детей в ее городе. Это те, от кого отказалась медицина. Ну, это зов души. Я уже лет 10, наверное, занимаюсь волонтерской деятельностью. И у нас направление же не только вот именно уход за больными, да, мы же занимаемся, у нас разная деятельность, вообще сестер милосердия, и социальная деятельность, и помощь многодетным, это одно из направлений. Я считаю, это как бы основным служением, помимо служения семье, служение ближнему. Первое обучение для сестер милосердия Приволжского округа проходит при организации Самарской епархии. Надеюсь, оно станет традиционным. Те сестры милосердия, которые впервые встают на путь служения, на путь ухода за тяжелыми больными, они получат дипломы государственного образца и присвоение квалификации младшая медицинская сестра по уходу за больным. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.